Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам расскажем о том, какие печи-буржуйки популярны в сети магазинов Farnax. И это будут самые маленькие продаваемые нами печи, которые рассчитаны на объемы помещений до 50 кубов. То есть это небольшой садовый домик, бытовка, либо же какой-то строительный вагончик. В общем, все то, что нужно дешево отопить. Открывает наш импровизированный топ моя любимица печь Vesuvii Mini. Вы скажете, что здесь может понравиться? Нет колосника, плиты, дверцы со стеклом, конвекторов и главные режимы длительного горения. Ха, ну это простейшая буржуйка. Если бы все это было, то цена была бы уже не та. Взять хотя бы старшую версию Vesuvii Mini 2. Здесь есть ящик зольника, колосник, боковые карманы-конвекторы, съемный кружок а-ля плита и даже вторичный дожик. Ну и ценник уже в полтора раза выше. А так, за весьма скромную сумму мы имеем топку, в которой помещаются полуметровые дрова, имеем возможность моментально получать тепло после растопки печи, причем лучистое тепло, которое может быстро согреть и просушить намокшую одежду. Да и при необходимости приготовить или разогреть еду, вскипятить воду на верхней поверхности тоже можно. На втором месте печь с претензией на необычный внешний вид – это печь от компании TMF Le Bourget. Ого, какая красотка! Изящный небольшой корпус печи на элегантных ножках, подштампованная дверца. Согласитесь, что даже в откровенно недорогих печах заметно, что TMF заботится о покупателе. Нет такого ощущения, что на тебе, на внешнем виде печи, пытаются сэкономить. Ну и под красивой оберткой довольно вместимая топочка глубиной 40 см, колосник с ящиком зольника и жаркая варочная поверхность. Хоть Le Bourget рассчитана скорее на бытовые помещения, но ее не стыдно поставить в небольшом дачном домике. Смотреться она будет уместно. Третья печь Varna 50. Она также производится в Новосибирске, имеет небольшие габариты и приемлемую цену. Varna 50 – тоже небольшая печка, но из всей нашей троицы она самая дорогая. У нее есть колосник с ящиком зольника, двухходовая схема дымоудаления, не присущая буржуйкам, а также конвектор. Это уже не буржуйка, а, пожалуй, отопительная печь начального уровня. Заходите на сайт farnax.ru, там вы можете подобрать печь по параметрам и, конечно же, по цене. Ее вы можете приобрести в одном из розничных магазинов Farnax или на сайте farnax.ru, и мы вам ее доставим. Подпишись на канал Farnax Film, чтобы не пропустить новые обзоры и новые топы. И да, у нас очень много интересных ценовых предложений, так что почаще заглядывай в гости. Пока!